Объявление. Одинокая малярша скрасит вам одиночество. Краски на меня не хватит у нее. Я не красавица. Идут параметры. 120 на 120 на 120. Это только нога. Ничего себе. Qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel. Qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amour. Слышь, Цветов, гляди, какой перец. Мне прям четко подходит. Надо. Подожди, я сейчас на разведку скажу. Ага. Ты стой здесь. Ладно. Надо же, это смотри. Да, ужас. Что-то циклоном отсюда потянуло. Вообще как-то... Вот, смотри. Ну надо же, что-то пишут вообще. А? Про погоду. Катаклизм на катаклизме вообще. Уже градусов температуры погодных больше, чем в бутылке уже. Однозначно. Ну что, перец нет. Ты знаешь, Матрёна, это геномодифицированный стручок. Гена? Модифицированный. Ага. К тому же засушенный. Ага. Его, знаешь, в кофемолке перемолоть и потом добавлять в первый. Ну ничего, 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 погоди. Мы тоже с тобой, извини, уже не дыньки. Ну ты зачем? Ты себя говори. Погоди, давай подойдем. Как говорится, ну ловца и зверь бежит. Да зверь-то какой-то больный из зоопарка. Ничего, знаешь что? Лучше зверь из зоопарка, чем... Хочу, но не могу. А вот смотри, что пишут. У нас в деревне есть один мужик. Нам бы еще одного. Я думаю, вам и одного многовато для вашей деревни. Да. Вычеркиваю. Молодая. Страстная. На все согласная. Ищет своего принца. Позвони. Научи меня плохому. Есть подруга. Женщина, я что-то не понял. Что-то вы тут сели ягодицы распушили вообще. Вы что предлагаете? Искрометный петинг. Я не петинг. Я митинг. Меня Митрий зовут. Ну что, ну что ты как это? Вы что, не видишь, что какой он? Да я тебе говорю, он без понтов совсем. Ну зачем ты так? Посмотрим. Ну хорошо, гляди, гляди. Мужчина, я что хочу спросить вас. Давайте будем ближе к телу. Ближе к делу. У меня вопрос к вам. Вы женатый? Чего? Это... Перец. Ну что ты? Да у него 4 банана в каждом ухе. Ты что, не видишь, что ли? О, глухой! Погоди. Может, у тебя дикция плохая? Ну хорошо, гляди.
Мужчина! Вот. Да. Скажите, пожалуйста, вот. Вы женаты? 7 раз и все удачно. Кстати, знаете, девочки, как я с третьей женой познакомился, а? Ну как? Вначале я на нее глаз положил. Ну, а потом? А потом и сам лег. Видал? Видал какой? Бычок шустрик. А ты из зоопарка, из зоопарка. Тот я гляжу на твою красную кофту. Ну ладно. Не будем тянуть быка за рога, как говорится, будем его брать, бычка с бочка. Мужчина. Чего? Митинг. Я. У нас к вам вопрос накопился. Вы вообще способны на контакт? На какой еще контакт? Неправильно, дикции, дикции. Ну, на обычный. Ну, как у глаз с очками. Ну, глаза снизу, очки сверху. Хотя могут быть варианты. Не понял. Ну, да, что? Очки снизу, глаза сверху. Камасутра, страница кому за 70. Молодец, помнишь их? Ну, молодец. Поза окулиста. Вот. Да, я тут недавно был у окулиста. Зашел, он сразу мне спрашивает: мужчина, а у вас косоглазие от природы? Я говорю: от природы, но не от всей. Конкретно от одного дерева 3 года назад. Вот такие новости. Мужчина, знаете что, вы не выпендриваетесь, давайте. Знаете что, отвечайте прямо, четко, как на приеме у ветеринара. Бычок! Ты пешку в дамке проведешь? Чего? Я говорю, ты еще ферзя через бедро кинуть можешь? Милая моя, это мы завсегда! Это мы легко! Я тут, знаешь, женщинами бывает часто гамбитами балую. Господи, гамбитами, иностранцами. Бывает. Покажу им эндшпиль. Ой. У них сразу патовое состояние наступает. Между прочим, у нас во дворе очень красивые женщины. Очень. Вот. Взять, например, водки. Ну, правильно. 200 пива, 300 водки, и все женщины красотки. Ходи давай, Казанов. Зови меня так. Мне нравится слово. Я 2, я 4. Ты бык, я корова. Девочки, мечтаю в Испанию съездить. В Испанию, глядич? В Памплону. От быков там по улицам побегать. А ты, съезди вон, в Люберц на дискотеку. Толкни кого-нибудь и бегай. Кстати, вот женщины, хотел спросить. А вот вы не знаете, будет ли конец света в 2012-м, а? Тебе-то зачем? Ну, чтоб знать. Платить кредит за холодильник, не платить. Я так... Нормально, ничего. Ходить будешь, нет?
все, улетел на НЛО. Аба, он забыл, хорошо. Ну? Мы сюда, мы вот, вот так. А? Ну, ясно. Лошадь уходи. Погоди, и ты, лошадь, видите. Ну, вот... Конем надо было. Кстати, ну, про коня моя соседка говорит, про кума, говорит. Старый конь борозды не портит. Да, да, да. Но не допахивает конкретно. А мы вот так. Лошадью ходи. Да погоди ты. Лошадью ходи, лошадь. А мы вот так. Пошла? Ну, пошла. Пошла. Девочки, вам мат. Снимайте юбки и платки. Хорошо, я согласна. Ты чего, что? Что ты совсем? Ты что подначишь? Ты что, Может, я еще ключ от квартиры? Где 8 сберкнижек лежат? Куда сядь, сказала? Да ты меня уже притомила сегодня, старуха. Вообще. Класс, тихонечко. Класс. Кто? Что, кто? Ты сейчас что сказал? Держи себя в руках, я прошу тебя. Просил? Что, кто? А до этого? Да, тихонечко. Да не помню я. Знаешь что, я для тебя, поберушки бездомной, клопогона вонючего, кутузника одноглазного и кукурузных рыльца в термосе заварю и добавлю туда настойки пастушечьи пипки. Чё-то я сейчас не поняла. Ты на меня лаешься или уговариваешь? Это я тебе от нервов травяной сбор рассказываю. Вот надо записать. Запишем, папа, сиди, невеста. Предупреждать надо. Что? А то, знаешь, я сегодня нервная. Я что? Я могу и вдарить. По рыльцу-то. По кукурузному. Ладно, ладно, девушки. Кстати, а как вас зовут, а? Я Матрёна, она Цветочек. Цветочек? А тебя, между прочим, так вкусно пахнет. Ты что сегодня пила? А? Дурак ты старый и не лечишься. Больше я на твои охоты на мужиков не участвую. Ну ладно, посмотрим. Матрён. Я. А вот, вы знаете, я вот... Думаю, у вас, наверное, вот судя по лицу, водка есть. А? Ну а как же? Чай на охоту вышли-то, без запаса нельзя никак. Ух, предлагаю игру. Предлагаю игру. Глядик-то, с прелюдиями. Кручу-верчу, тебя запутать хочу. Ага. Вот. Если угадаете, где шарик, так. Я вас поцелую. А нет, она моя. Сейчас, я вообще не участвую. Да это он вообще не про тебя. Я согласна. Кручу-верчу, тебя запутать хочу. Ага. Один шарик, три чекушки, рядом бабушка-лохушка. Где шарик? Вот в этой, в крайней. Оп! Пуси-муси, муси-пуси, проиграла ты, бабуся! Так делай, средний сказать. Хороший день сегодня, между прочим. Мужчина, митинг? Да. А с тобой из двух стаканчиков сыграть? Погоди. Легко. Ну-ка. Два стаканчика, один шарик, два стаканчика. Так, кручу-верчу, тебя запутать хочу. Один шарик, две чекушки, рядом бабушка-лохушка. Погоди.
что делал бы специально. Где шарик? Ну, здесь. Оп, муси-пуси, пуси-муси, проиграла ты, бабуся. Хотела. Хороший пошли день. Отойди, отойди. Матрён. Я. А ведь у вас еще водка есть. Предлагаю с одного стаканчика. Это как с одного? Один шарик и стакан рядом, бабушка, стоп-кран. Кручу, верчу. Тебя запутать хочу. Хотел, зараза. А? Эх. Где шарик? Эх ты. Покрути еще, пожалуйста. Легко. Кручу, верчу, тебя запутать хочу. Где шарик? Здесь. Открывай своей рукой. Поздравляю! Вот он! Вы выиграли шарик! Я шарик выиграл, чё? Товарищи, я выиграл шарик-то! Я чё, шарик выиграла! Выиграл я его! Шарик-то! Выиграла! Хороший день сегодня! А погода ничего не предвещала! Не стыдно, мужчина? Пожилой человек! А пьет, как молодой сторож на ликер водочном. Старинная залихватская. Я иду, и заливается в сандалии вода. Я на водку старой цены не забуду никогда. Голосочком не хвалюсь, какой есть, каким зальюся, если хуже голосье, встает дыбом волосье. Матрёна, клиент доходит до кондиции. Давай свою. Самогоночка на клюкве, больно штук классная. Рюмочку с утра махну, и весь день согласная. Я махну еще грамм 200 и раздвину я меха. Ха-х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 а
Мы, девчонки заводные, с боевым характером. Коль прицепимся к кому, не оттащишь трактора! Вот я вот хороший. Танцы? Танцы, танцы, танцы. Сейчас будем с тобой по садовой танцевать. А ча-чу-чу будем? Все будет ча-чу-чу и чу-ча-ча. Давай, давай. Гляди, какой дедушка электроник. Что делать? Давай, давай. Нет, что делать? Он пошел. Он пошел. А ты давай. Он пошел. А нижний брек можешь? Нижний брек можешь? А вам дай. А что? А что? Давай. А что? А так не буду.